акция будет проходить весной. В этом году дата у нас 12 мая. Начало акции стартует в 11 часов. Приглашаем всех к участию, всех наших постоянных участников, новых. Оповещать будем об акции через все средства массовой информации, газеты, сайты. Будет проходить как на лесном фонде, так и на землях поселений. На землях поселений в этом году у нас 24 площадки. Все будет размещено на нашем сайте администрации, где можно ознакомиться с участками, с количеством саженцев, сеянцев. На лесном фонде это у нас будет в Ходьковском участковом лесничестве один участок большой площадью. Будет высажено 50 тысяч сеянцев ели. Да, это Лазовское сельское поселение. Схема проезда будет размещена тоже на сайте. Также будет организован автобус. Все будет развешено, оповещено, все мы узнаем, приглашаем всех, как всегда, одевайтесь по погоде, ждем. С собой нужно брать хорошее настроение, мы его будем поддерживать музыкой, весельем, одеваться по погоде, а так все необходимое, перчатки будет вам предоставлено, одевайтесь просто, как в лес идти, да, инвентарь, все будет, да, сеянцы, саженцы, деревья, все будет.